Приветствую всех на нашем канале «Утро в Пае». Мы выбрали отель на окраине, но в 5 минутах ходьбы от центра. Здесь несколько небольших отелей. Все предлагают жилье в домиках среди зелени рисовых полей. Наш отель «Пае Принцесс Резорт». Ресепшн с рестораном. Ресторан работает только утром. Завтрак по меню входит в стоимость проживания. Дальше всего 6 домиков и большой двор с газоном. По тайским меркам такая просторная территория – это роскошь. Домики удобные, есть москитные сетки, гамак на веранде. Рейтинг отеля на букинге 9,5. Хозяева отеля – приятная молодая пара. Очень гостеприимные, стараются, чтобы гости остались довольны. В общем, это как раз тот случай, когда высокий рейтинг – это прежде всего старание хозяев. Прямо с веранды открывается вид на горы. Сегодня у нас в планах окрестности Пая. Будем двигаться по достопримечательностям с юга на север. А вечером прогулка по Уокинг-стрит. Первая смотровая площадка. Мы находимся на холме к востоку от Пая. У подножья холма храм. Лестницу охраняют огромные сингхи. Наверху белоснежная статуя Будды. Место открыто для посещения с 6 утра. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 300 ступенек. Площадка наверху, и хорошо видно, насколько статуя огромна по сравнению с фигурой девушки справа. Самая верхняя часть лестницы охраняется белыми нагами. Открывается вот такой вид на долину между двумя горными хребтами.
А вот и Пай на приближении. А это та деревня, в которой мы были. Глиняные домики заменили современные дома. В центре стоит дерево любви. Здесь оставляют вот такие сердечки, которые можно купить в кафе. Также в кафе можно купить чай, разные амулеты и сувениры. На сегодня план выполнен. Завтра нас ждет длительный переезд из Пая в Месалонг.